Главный минус длинных путешествий – затекшие мышцы. Иногда некого попросить размять шею. Но справиться с этим можно и самостоятельно. Главное – знать как. Массаж делают не только в кабинете у специалиста и дома. В самолете, автомобиле и поезде тоже можно как следует размять шею. Сегодня существуют приборы, которые можно брать с собой в дорогу. Массажер для шеи – вещь в путешествиях почти незаменимая. Массаж можно делать не только дома, но и брать с собой приборы в дорогу. Такие массажеры, как массажер для глаз, массажеры для шеи и массажный шлем. Те, кто ездит очень много в автомобилях, возникают боли в шее, это дальше ведет к тому, что будут возникать головные боли. И вот этот массажер, он очень хорошо помогает снять спазмы мышц шеи и, соответственно, восстановить ваше здоровье, самочувствие и, соответственно, исключить головные боли. Массажер для глаз – это не просто очки. Он повторяет анатомическую форму верхней трети лица. Такой прибор может помочь снять напряжение в глазах и улучшить их кровоснабжение. А этот массажер приводит в порядок мышцы всей головы сразу. Массажный шлем – это массажер для области головы. То есть он делает акупунктурный массаж теменной части, делает массаж вокруг глаз, так же, как и очки, и делает массаж затылочной части. 12-минутное использование этого массажера заменяет 3-часовой сон. Теперь вы знаете, что можно положить в чемодан, кроме предметов первой необходимости. Путешествуйте с удовольствием!